вже бачу, він здихає, він куди не дінеться. І коли вже він буде наверху лежати, тоді ти його заводиш під сахаток. Коли лежать буде. Ні, якщо входить, хай уходить. Карась. Та хай ти карась. Ось от твій карась. Бачу, оце він вже лягає на воду. Іди сюди. Єсть. Тепер. Опа. По-моєму, ми його взяли. Вот. Это бигфиш, это рыбалки. Чтобы вы понимали, вот такие верховодки ловятся. Куда мы приехали? В Федирке, да? В общем, предложил Серега мастер вот такую вот новую оснастку на толстолоба. И толстолоба можно ловить как с дна, и так до поверхности. Сейчас я объясню, почему и так. Составляющиеся. Вот оснастка, вот груз. Сейчас я покажу, как это все куда делать. Значит, вот имеем мы, сейчас выведу вот такую вот забамбахину. Короче, 4 поводка, пластмассовый шарик с воздухом и груз. В общем, толстолоба можно ловить в любом слое воды, начиная с дна и заканчивая вверх. Смысл этой оснастки. Идут вот пастофоркан, они регулируются, цепляются на основной шуфлидер, эти стопорки, и скользящий груз идет. Вот этот стопорки фиксирует груз в одном месте. Вот, в одном месте. То есть, если он зафиксировался так, то поплавок с плантоном поднимется на вот такую высоту. Если вы поднимете выше, то естественно выше поднимется и поплавок с плантоном. Значит, поплавка здесь достаточно, чтобы он поднял плантон стандартный 60-граммовый. И вот так вот она стоит вот в толще воды. То есть 4 крючка, все красиво придумано. И за счет того, что поплавок с воздухом, оно поднимает и вот так вот стоит. Можно просто убрать поплавочек, поменять вот так вот, переставить вот эти вот поводочки наоборот и сюда цеплять поплавок верховой и ловить просто как верховой, верховая оснастка. Вот так. В общем, сблизка вот так вот выглядит эта оснастка. Идет спица, закручивается, идет поплавок с воздухом, идет ну, крабик идет с поводками, и дальше планктон и скользящий груз на основном шок-лидере, и здесь стопорки. Вот так вот она выглядит изблизко. В общем, интересная оснастка, я думаю, уже сейчас поздно ее испытывать. Ну, я сегодня испытывал ее, так и бросал, и два карася, ну, я бросал понад самым дном. Значит, стартовал, то с понад самым дном поймал два карася по 450 грамм. А уже как начал поднимать выше, то толстолоб не хотел сегодня брать. Ну, уже сентябрь месяц, поэтому толстолоб не активен. Вот такая вот хитро-мудрая простая снасть. Зато можно на любой глубине и понад самым дном, и толще воды любое, полметра, метр, полтора-два. Да сколько позволяет шок-лидер и длина удочки для забрасывания. Можно ловить толстолоба в толще воды. Кому будет интересно, будете писать в комментариях. Я вам буду давать контакты Сереги. И вы сможете у него заказать эту оснастку.